Ретро-поезд в точности повторяет все очертания своих предшественников. Его пассажиры вполне соответствуют составу. Сплошь дамы и кавалеры в костюмах 19 века. Так началось празднование юбилея российских железных дорог в Нижнем Новгороде. В этом году оно прошло здесь не случайно. У Горьковской железной дороги свой юбилей – 150-летие. Сегодня ГЖД связывает 14 регионов страны – от Сибири до европейской части России. Впереди у железнодорожников грандиозные планы, в том числе строительство скоростной ветки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Задан вектор Нижний Новгород, Казань и далее Екатеринбург. Вот такие проекты. Наше желание, наше это президента компании Владимира Ивановича Якунина, это правление, сделать все, чтобы к 2018 году и к этому футбольному празднику, который состоится в нашей стране, мы успели уже сделать много из того, что намечено. Марианна Чазова на железной дороге с 18 лет. В этом году у нее тоже юбилей – 20 лет работы проводником. Говорит, за эти годы требования стали жестче, а условия работы лучше. Пассажиры, конечно, сейчас уже стали привередливы. Ну, вагоны у нас стали сейчас более-менее хорошие, новые вагоны. Ну вот, условия работы изменились у нас, конечно. Это образцовый вагон. Таких пока немного. Плацкарт с кондиционером – мечта любого путешественника. Вагоны просто замечательные, кондиционеры, все хорошо, все замечательно. Только хорошее могу сказать. Все очень нравится, вежливые. Всегда все чисто. Это и чай, и в любой момент по первому требованию они здесь. Регулярное движение пассажирских поездов началось в России 175 лет назад, а День железнодорожника начали отмечать еще при императоре Николае I. Сегодня это праздник для всех, и для работников отрасли, и для пассажиров. Наталья Роева, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».